Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Венгрию Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к первой серии. Ссылка на нее появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. А всем остальным приятного продолжения просмотра. Давайте здесь город попробуем. Ну, тут это, конечно, смешной остров. Тут даже нет смысла пробовать что-либо ставить. О, еще кто-то. А, это Россия такая. О, слушайте, а тут что-то... Что-то неплохо, в принципе. Давайте, может, под защитой прачника сюда поплывем. Так, тут рабочего. Хотя, а нафига мне рабочий, если я пока кампус... Я собираюсь вырубить камень и все равно поселенца строю. Давайте лучше поселенца. Продолжим пока. А вот тут-то места неплохие. Давайте еще одного поселенца в столице. Да, ну, с беремами проблема. Ну, вообще, то, что Финикия рядом. Ух ты, тут ничего такие, ничего такое место. Если бы еще река была, вообще бы цены бы не было. Какие-то шикарные места у людей. Вообще, я бы рыбу еще эту обработал. Отлично. Могу селиться тогда. Ну тогда я сюда поведу город, вот этот. Здорово. Тут был с этими варварами, а где вот тут мне лучше поставить? Вот знаете что, вот прям на племенном поселении надо ставить. Так, строители и монумент в очередь сразу. Не хочу камень собирать. Такое тройное сопровождение. Забавно. Верховую езду открыли, драму и поэзию открыли. В Будине достаточно жилья. Ну, не то чтобы оно-то... Так, рабочего надо купить, я думаю. Тут надо обработать. Будем ли мы что-то менять? Юниты, поселенцы... Нет, пожалуй. Тут строителям надо обработать железо и рыбу. Thank you.
Игры развлечения. Фига тут у кого-то территории. Так, ну вот тут нам надо будет медь убрать. Хотя мы гавань в эту сторону, может камень убрать, гавань в эту сторону сделать. Опять приперся варвар. Ага, тут проплыл. О, еще и табак. Слушайте, отличное место. Ну, тундра, правда, единственное, что... Но часть клеток не тундра. Так, сначала железо обработаем. Блин. Ненавижу, когда с одной клетки эта игра не те юниты выбирает. Так, надеюсь, сюда сейчас не станет варвар. Я вот тут бы хотел город поставить очень сильно еще. Так, 4, 5, 6 и 7. Вообще, я могу, конечно, попробовать к Финикии просто приплыть наземными юнитами и с ним повоевать. С канадцем тут все неудобно очень. Другой вопрос, вообще, надо ли приплывать и воевать? Я думаю, что нет. Так, какая тут... Какой тут континент у нас? О, я еще сейчас получу очки. Отлично. Военную традицию ускорили. Так, ну не должны. О, я прям могу сразу ставить город. Отлично. Так, сразу строителя. Скаут дурацкий канадский. Сидон. Синьки где-то там. Сюда приплыла. Мешаться мне. Монумент. Строителей. Блин, ну, камень или рыбу вырубать? Вот, я бы, наверное, рыбу вырубил. В итоге. Давайте центр коммерции. Там сверху не другой континент? Нет, все еще Гондвана. Так, железо ускоряем. А, ну я уже навигацию по звездам так открыл. Ладно. Поехали колесо и обработку железа. Хреново, вон город поставил. Наверное, вот сюда буду тогда. Так, ну тут где-то лагерь варваров, с которым хотелось бы разобраться, конечно. Так, в Сегите недостаточно жилья. В очередь поставим амбар. Колесо открыли. А, это ускорено колесо и обработка железа.
Так, ну и надо будет убирать сейчас карточки на поселенцев, я думаю. Хватит расселяться. Наука. 25, 15, 17. Не, никто. Пингалу культура. Ну, 20 у Маури. Вот это. Ну, это явно, я думаю, ГГшка культурная найдена. Хотя я не помню, есть ли у Маури какие-то на культуру штуки. Маури, Маури. Где были у бабушки? Какие у него уникальные юниты? Особая инфраструктура. Па, вот что па дает? Это обороноспособность. Не дает вроде никакой культуры. Значит, ГГшки нашел. Я, кстати, ни одной ГГшки еще не нашел. Обратите внимание. Моя способность ГГшки использовать, а я ни одной не нашел. Зашибись. Так, тут меня гнобят, поэтому отступим. Уже одну ГГшку захватили. Фига тут. Остров варваров такой. Так, ну что. Вот тут минус 6 лояльности будет. Но нам все равно надо туда переться, к сожалению. Так, рыбу можно уже не обрабатывать. Давайте тогда леса вырубать потихоньку. Так, длинноцентр коммерции. Ну, производство тут делать. А здесь мы сделаем вот такой четырехугольник из ферм. Где у нас будет... А вот тут, наверное, центр, этот производственный центр поставим. Конечно, стоило бы рядом с побережьем для Венецианского арсенала, но, может, в Дебрецене поставим. Вот тут, например. Тут, видите, тут будут эти шахты стоять. Тут производственный, наверное, нормально будет. Так, ну и тут город придется сюда ставить. Не на реке. А, блин. Мне ж через реку надо ставить способность. Венгрии, что через реку плюс 50% к производству зданий в районах, если район через реку находится. Так, меняем карточки. Сюда. Жилье, может, к строителям? Давайте пока к строителям поставим. Изоляционизм не можем ставить, потому что города еще не поставили. Я тут показываю, что на этих клетках будет извержение вулкана, поэтому туда лучше не ставить. Так. Вот я молодец, открыл обработку железа всего с одним дуболомом. Тут еще куча места, только тундра, правда. Какая-то беспонтовая. Так, давайте... Слушайте, а может пирамиды построить? Там разница буквально... Строитель 3, а пирамиды 10. А пирамиды будут работать долго. Так, давайте в оборонительную тактику пока. А тут... Что откроем? Чудо античности. А пирамиды случаем не чудо античности? Нет, древнего мира. Ну, пока в Counterforce, пока математика. Три разных спецрайона. Кампус,
Коммерческие районы строим. Ну, наверное, гавань где-то придется поставить. Чей не придется, это вообще строго обязательно мне поставить до героических... До героического века, чтобы они бонусы давали. Так, рынок. Ну, канадец ко мне уже караваны пускает. Канадская империя. Так, ребята, ну что за началось, ну? Мне же город надо ставить, ну что за дела? Что, Истергом будете атаковать? Достаточно жилья в Истергоме. Никто и не сомневался, что в нем будет достаточно. Давайте монумент, амбар. В Сегите производство. Не фонтан, конечно, у меня территория. И Финикия тут подселяет. Что-то я боюсь вот прям на реке ставить, честно вам скажу. Ну, то есть слишком большое влияние, так что я, наверное, вот сюда поставлю. И надо выкупить будет, наверное, сразу красители. Не знаю, может Виктора взять, кстати, следующим. Хотя я бы лучше Рейну взял. Так, в этом городе здесь коммерческий район, тут гавань надо строить. Ну, так, приблизительно. Здесь надо рыбу вырубать. Англия объявила войну России. Хм, ваш народ достоин восхищения? А, просто достоин восхищения? О! Я первый, кто ученого накопил. Отлично. Три случайных. Так, образование, строительство. Здорово. Образование, военная инженерия. Вот то, что я никогда акведук не строю, да? А, ну давайте математику сначала откроем, а потом прям в военную инженерию пойдем. Потому что селитра здесь очень важна. Если нету селитры, то жопа просто. Просто жопа. Я не смогу фрегаты тогда делать. Так, ну чё, куда все разошлись, я не понял. О, первая ГГшка наконец-то. Естественно, я его не первый встретил. Первый встретил... И маори, и русские встретили их. Тут, кстати, за река Дунай. Так, первый караванчик закончил бегать. Ну, мы продолжим из Дебрецена пускать, я думаю. Этот караван, который... Здесь создаться из Дьера, наверное, пустим. Канадец стены зачем-то в Виннипеге построил. Блин, тут уже минус. А, вон плывет его. Так, ну мне надо тут город будет ставить. Получается. Если он сейчас высадится. Если не высадится, то я еще сюда подвинусь. И Виктора, наверное, возьму. О, маори. О, чудо. О, тут у канадца неплохое место с чудом. Стоим. Караван отправляем в Буду.
Так. Надо решить, что мы в первую... Как... Где мы будем ставить гавань? В эту сторону тогда камень убираем, либо в эту. Наверное, все-таки в эту, потому что здесь камень не на холме. Поэтому так сделаем. Право прохода попросил. Ну а вдруг? Блин, достали. Нахера ты уходишь тогда? Я поставлю город. Он высадится. Я только сюда смогу перейти. Не. Нормально. Пускай здесь. Ну и плюс еще... Ну, ненормально, конечно. Было бы лучше здесь, где я хотел изначально. Три. Вот он где-то тут сможет поставить город. Мне надо эти клетки выкупать. Да, классно канадцу. 30 у Маури. Но я думаю, что Маури все-таки поставил, да, камп. Нет. Нет, не поставил. Не, поставил кампус. Поставил кампус. Так, ну, это компьютер, так что я с ним буду дружить. И Никитс не хочет мне проход давать. Блин, так не хочется именно с финикийцем воевать, вот честно. Ну, хотя если мы дотерпим до каравел, то, наверное, пофигу будет с кем воевать. Увеличено количество торговых путей. Давайте в Диере купим. Ага, не хватает. Тогда построим. Давайте торговец. Потом, наверное, гавань будем строить. А гавань вообще кто-нибудь построил? Ну, конечно, Финикия. Так, строителя. И в очереди монумент. Амбар. Так, у нас еще 12 ходов до героического века. Мне 6 очков не хватает. Я думаю, нормально. Ну, а где мне еще селиться? Вот. Финикийц. Давайте железо обработаем сначала. Лечимся. О! Вот куда надо послов отправлять. Отличненько. Ну, я не знаю, тут надо где-то вот тут галеру держать, чтобы следить за финикийцем. Валетта. А это кто? Вот, по-моему, кто-то не... А, это, наверное, Россия. Так, сейчас, следующим ходом возьмем... Плюс один посол и в Лиссабон отправим, чтобы денежки были. Так, здесь, значит, строителя. И в очередь монумент амбар. А, то, что мы у вулкана город поставили. Красотой земель и необычной выносливостью. Ну, честно говоря,
Из всех городов, которые мне стали, мне только нравится столица и Дебрецен. Все остальные, прямо скажем, странноваты. Сколько городов у всех остальных? Так, 5 городов у Финикии. 5 городов у Маури. У русского 4, но это компьютер. 4 у Канады. Ну что? Блин, брать Виктора или Рейну все-таки? Я бы, пожалуй, Рейну взял. Все, убился тут от меня варвар. Ученичество ускорились. Так, здесь меняем на первый посол. А, ну и можно изоляционизм поставить, пожалуй. Давайте вот так сделаем. Так, отправляем в Лиссабон. Да, это у нас Россия тут. Ух ты, как Квебек. Он бахнул. Дальше, ну, за один ход что-нибудь откроем, чтобы вернуть первого посла обратно. Так, ну что? Ну, Рейну. Вопрос только, куда ее назначать? В Дьер, наверное. Тут надо рыбу вырубить. Так, давайте посмотрим счет. 29 науки, 27, 30. Ну так-то, вот у Дидоны мало науки. Меня это успокаивает. Кроме того, у нее мало, ну, 95 силы всего. По культуре 18, 19, ух ты. Эти ребята ломанули культурку. Ну, то есть явно где-то ГГшечку нашли. Да блин, вы задолбали. Где этот лагерь? Блин, мечники уже пошли, нет. Мне, наверное, тоже на мечника стоит сделать. Так, поставим плюс 2 влияния. Тут пока все оставим, надо строителей сделать. Чаек обработаем. Может, из Буды отправлять лучше пока. А Дьер себе сам сделает караванчик еще. Так, давайте рабочего тут организуем. Тут рабочего. Хотя я могу уже гавань тут строить. Чё я тут плаваю? Сила юнитов видна, если чё. Ну, к тому, что если будет Дидона планировать на меня... Блин, вот тут ещё земли. Чё Дидона в мою сторону поселилась? У меня, прямо скажем, хреновая земля. Так, ну сейчас мечник больно ударит. С этими варварами что-то делать. Надо тут, наверное, апнуть парня в мечника. Заодно очки получу. Ну, я не думаю, что у меня тут какие-то проблемы будут с выходом в героический век. Прямо скажем. Короче, буду стоять, контролировать.
Дидоны офигительные места. Я бы ее и выносил в первую очередь, честно говоря. Так, следующим ходом пирамиды достраиваются. Это рабочий. Тут строится рабочий. Тут мы пойдем вот это вырубать. Кампус ставить, чтобы исторические хроники ускорить. Кстати, давайте переключим. О, слушайте, а с Россией Англия воюет уже, да? Да. Военную инженерию открываем. Нам нужна селитра. Давайте ученичество потом. Здесь феодализм давайте. 6 ферм. Я бы тут вот 4 фермы вот таким треугольничком сделал. Хотя, блин, жалко. Знаете, не буду я тут не буду вырубать лес, я тут сделаю все-таки лесопилку, потому что жалко производства. Нету производства вообще. Кроме того, надо поставить карточки на плюс 100% к морским юнитам и настроить квадрирем с галерами. Так, здесь все-таки сначала мы делаем центр коммерции. Встретили представителя города-государства Рапануи, это где? А, ну вот где, откуда они культуру берут, блин. О! Маури 5 послов туда отправил. Еще и создают, он еще и скульптуры эти ставит, небось, там. Вот у нас откуда. Так. Да, надо сейчас мечника делать, иначе он будет долбить мою печь. Он долбит мою печь. Ха-ха. Извините, сорвался. Так, гавань. Гавань. Лечимся. Чаек. Стоим. Добываем медь. Блин, да тут я смотрю, канадца куда есть куда расти. Так, ну тут все. Дальше уже не проплыть. Да, я уже в героический век вышел. Здесь, наверное, самый центр коммерции. Построено устаревшее чудо, блин. Сами вы устаревшие. Боже, только бы у меня была селитра. Ну, как всегда, не будет селитры, зато какой-нибудь финики ее до жопы. Мне в наемники тут надо выйти. Построите военный лагерь. Так, тут пока вырубаем. Тропический лес. Наверное. Ну, блин, тут равнина под ним. Вырубать, не вырубать. Я бы, наверное, пока не трогал. Тут клетки у нас обрабатываются. Давайте, пожалуй... Наверное, вот так давайте сделаем. Обработаем холм. Тут стоим. О, ушел куда-то мечник. Ладно, надо вылечиться до конца. Табачок обработаем. Тут мы... О, уже и тут Карфаген. Блин, у него все-то... Блин, Англия на том же континенте, что и я. Нормально вообще? Ну вот на... Не, давайте на свиней. Принимаем сделку. Так как играю с рандомами, то торгую с компьютером.
Тут еще, видимо, канадец хочет город поставить. Да, но у него как раз немного территории, я смотрю. У канадца как раз немного. О, Преслов. Ну, я не знаю, как-то все города-государства довольно далеко. Ну, может быть... И я не вижу у них морских юнитов. Вот, хорошо, засоюжу я Валетту, и чё мне коляски апать и нападать на Финикию? Ну, и непонятно пока на кого нападать, на Финикию или на того же канадца. Так, вырубаем этот камень. Просто ради интереса глянуть, сколько тут кампус будет. Да, плюс 3. Вот тут, конечно, тут тоже плюс 3 пишется, но я тут не хочу ставить, потому что будет вулкан извергаться. А это место вот для этого города. Для вулкана, для кампуса этого города оставим. Табачок. Ну что тут у меня? Довольство плюс 2. Амрит. Ну, Финикия, конечно, зашибись, расселилась. Давайте глянем, где он тут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь городов. Причем я места вижу у него намного лучше, чем у меня. То есть вот эти все места выглядят очень качественно. Поэтому я бы скорее нападал на Финикию. Тем более, что у него как раз с наукой пока не очень. Пока. Ключевое слово пока, потому что он явно откроет. Так, две гавани надо построить, античность. Явно поставит кампусы в своих городах, и у него все будет хорошо. А! Что у меня с селитрой, блин? Самое важное пропустил. Вот прямо на моей территории... А, есть! Есть селитра, еее. Плюс 2 вход накапливается, есть. Где... Она где-то под районами, похоже. Вот она. Yes. А зная эту карту и зная, что здесь довольно часто просто ее нету, то мне супер повезло. Великолепная гавань построена. Это англичанин предлагает, я полностью с ним согласен. Так, давайте вот здесь ферму строить. Феодализм мне надо ускорять. Так, тут мы ничего не строим. Возвращаемся, вырубаем леса. Гавань построена. Этого достаточно. Библиотека. Надо в Дьере гавань строить, то есть вот эту рыбу убирать. Так, ну окрестности моей территории более-менее понятны. Да, вот у канадца еще печалька. О, тут уже извержение было. Кстати... Тут что-то, тут какое-то чудо, судя по всему. Я думаю, что Килиманджаро. То есть, тут уже 5 еды. Блин, может тут какой-то город еще всунуть, попробовать? Я, правда, не знаю, какая там территория. И думаю, из-за того, что... А, Килиманджаро, точно. Слушайте, ну тут влазит город. Вот сюда. Блин, у меня веры мало. Еды нету для роста. Дебрецен, понятно. Так, давайте рыбу тут соберем. Пока откладываю производство. А, рынок. Я бы тут гавань. Не, вообще надо рынок. Блин, тут производства нету нифига. Надо камень это обработать.
А им пока... Может тапнуть в лучников и пойти помогать. Блин, тут какие-то жирные места у канала. Я не понимаю, что он тут нигде город не поможет. Может, хочет поставить? С другой стороны, тут одна еда, вот только одно производство. Сейчас я еще немножко подплыву, гляну. Ну, выглядит... Ну, да. Такое. Вроде как-то и ничего, а с другой стороны... Не, ну я тут 6 ферм не скоро построю, так что феодализм своим ходом открываем. Торговец включает клетку в свою территорию. Что мне тут надо? Во, вот туда надо этого торговца. У него 3 заряда. Так, здесь... наверное, купим караван. Давайте в печи купим. Что круче оставить? Лес или... А, нет, я вот здесь гавань, здесь... Вот тут надо вырубать тогда. Это уберем, обработаем. Красивые города у Финикии. Меня тут варвары гнут. Так, рынок завершен в Дебрецене. Давайте... Блин, торговец где? А, я купил его. Так, ну давайте гавань тогда, видимо, строить. Великого инженера, ученого, катапульту, священное место, машиностроение. Ускорить. Ну, машиностроение могу ускорить. Нет. Ученичество открыли. Срок дружбы с Финикией истек. Так, давайте мы заключим дружбу с Канадой. Будем с ней дружить, потому что тут явно Финикия у нас основной оппонент. Он мне только что закрыл территорию. Кого тут? Маури Финикия, наверное, в госслужбе уже. Библиотеку построим. Амбар давайте. Чтоб рос. Еще 3 заряда. Ну давайте... Коровок обработаем. Но мне вот сейчас финикийт специально вот эту клетку купил, чтобы я не мог выплыть. На этом пока все. Продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал
это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!